Хрупкий мир на планете едва не рухнул на прошлой неделе. Кто пытается втянуть в войну Польшу и зажечь континент? Неожиданное развитие получил сюжет с украинским ракетным ударом по польскому пограничью. Благодаря пранкерам Анджей Дуда получил возможность сделать публичное и откровенное заявление, на которое сам ни за что бы не рискнул. Звонившие представились Дуде президентом Франции, а с ним поляк был абсолютно откровенен. Думаете, мне война с Россией нужна? Нет, поверьте, я этого не хочу. Я не хочу войны с Россией. И я крайне осторожен, поверьте. Крайне осторожен. Я не обвиняю русских. Эммануэль, думаете, мне война с Россией нужна? Нет, поверьте, я этого не хочу. Исповедовался перед пранкерами Дуда в день падения ракеты, а публично действовал совершенно иначе. Напомним, тот факт, что ракета не российская, он признал почти сутки спустя. При этом на протяжении всего периода кризиса Польша устами своих политиков декларировала, что готова прибегнуть к 4-му и 5-му пунктам устава НАТО, то есть фактически вовлечь альянс в полноценную горячую войну. В этой ситуации более миролюбивым оказался даже Вашингтон. Президент Байден назвал ракету украинской уже через несколько часов после инцидента. Похоже, превратить промах украинской ПВО в повод к войне стремилась какая-то третья сторона. Это был, очевидно, Киев и, возможно, также Лондон. Именно британские газеты выдали слаженный информационный залп, утверждая, что атаку совершила российская армия. Про то, что Зеленский теперь зависим от Британии больше, чем от США, говорили давно. Ракетный удар по Польше может служить тому убедительным подтверждением.